Около 400 бойцов студенческих отрядов из Омской, Новосибирской, Кемеровской, Томской областей и Алтайского края приняли участие в работе межрегионального слета, посвященного 50-летию со дня полета Юрия Гагарина в космос и открытию нового трудового семестра. Местом проведения стал оздоровительный лагерь «Березка». Традиционно в преддверии летних рабочих будней молодые строители, проводники, вожатые встретились, чтобы поделиться опытом, обсудить совместные планы и по-студенчески активно и дружно открыть новый сезон. Омская область уже не первый раз становится площадкой для проведения таких слетов. Совсем недавно, не прошло и 6 месяцев, мы принимали всероссийский слет студенческих отрядов. И сегодня мы уже принимаем на своей земле, наверное, как бы лучших этого движения. Конечно, это хорошее дело и говорит о том, что в Омской области это движение очень развито, и на нас смотрят другие. В течение 3 дней бойцы студенческих отрядов участвовали в конкурсах отрядных визиток и песен, комиссарских дневников и спортивных соревнованиях, а также в конкурсе на лучшее оформление палаточных стоянок. Здесь ребята подключили свои творческие и дизайнерские способности. Бойцы отрядов также прошли обучение в школе подготовки представителей штабов для организации работы в пассажирских депо и приняли участие в работе круглого стола по вопросам развития студенческого движения. Каждый из участников межрегионального слета увидел для себя новые возможности и решения для максимально плодотворной работы в своих отраслях. Возможно, если получится, то есть попасть вместе с омскими ребятами во всероссийский стройотряд, да, и поработать в Сочи, ну и на других объектах. В спортивных и творческих состязаниях, в быту и рабочих обсуждениях активные студенты Сибири показали, что к непростому трудовому семестру они готовы, и в отрядах царит дух товарищества и поддержки.